На Волге преждевременно начался ледоход, его запечатлели местные жители и поделились видео в социальных сетях. Несколько дней с отрицательной температурой хватило реке, чтобы выше по течению покрыться тонкой коркой льда. Однако с наступлением очередного потепления лед начал таять и сплавляться вниз по течению. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в регионе не опустится ниже 0. А в воскресенье метеорологи прогнозируют потепление аж до плюс 3. Слегка подморозят в начале следующей недели, когда дневные температуры опустятся до минус 1. Но этого вряд ли хватит Волге и другим водоемам, чтобы покрыться крепким слоем льда.